Азизе использует Мирана в качестве орудия мести, он не ее родной внук. Сказка, которую всю жизнь слушал Мирана, кажется реальностью. В планы Азизе входит сделать так, чтобы член семьи Шадоглу уничтожил всю свою родню. Наступает день, когда история с семьей Шадоглу должна решиться в корне. Но Эсма предупреждает свою госпожу, пусть имеет в виду, когда Миран выяснит, что Райан не настоящая Шадоглу, весь его гнев обернется против Азизе. Райан собирается уехать куда-нибудь далеко, однако Миран предупреждает ее, что на земле нет такого места, где он не сможет ее найти.